Привет, новобранец! Ты с детства мечтал служить и защищать? Мечтал быть похожим на Глеба Жеглова, дядю Степу или хотя бы Нукалиса? Забудь! Настоящий мир гораздо интересней! У нас ты получишь полный набор инструментов, необходимых для охраны порядка. Дубинку, электрошокер, фейк-страницы ВКонтакте и тысячи бланков протоколов. В наших частях мы уделяем много внимания тимбилдингу и корпоративным развлечениям. В твоем распоряжении окажутся десятки видов пыток, конкурсы по подкидыванию наркотиков студентам, а особо отличившимся – элитная игра «Задержи Навального». Любому твоему таланту мы найдем достойное применение. Плохо с математикой? Будешь подсчитывать количество людей на митингах. Ненавидишь детей? Отдел по делам несовершеннолетних – твой выбор. В школе все тебя ненавидели за то, что ты стучал директору? Тогда твоя судьба – это центр «Э». Уже хочешь у нас работать, но боишься некомфортных условий и неожиданных опасностей? Не бойся, летом в метро прохладно, а зимой тепло. А стоять ты там будешь в компании минимум 10 коллег. С нами ты будешь лучшим из лучших в своем деле. А если же ты все-таки выберешь другой путь и решишь стать честным, справедливым защитником города, мы здесь не любим белых ворон. Я пришел в милицию, чтобы работать. Спасибо. Всего вам доброго. Как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов в пышных словах. Знаем, если...